Всем приятного просмотра, всех приветствую и давайте продолжать развивать наш бизнес. Так, давайте, наверное, откроем наше заведение, потому что мне осталось буквально там сколько? До 4 уровня опыта буквально немножечко. И мы сможем с вами как раз открыть вот эту вот дверку. Расширить наше помещение, я не знаю, что у нас здесь будет. Возможно, просто дверка откроется, возможно, уберется вот эта вот стеночка. Хочу проверить. И плюс, так, это у нас на 6 уровне. И плюс как раз мы с вами еще немножко заработаем денег. Да, стол я не стал ставить еще один. Пока будет вот тут он стоять у нас в центре зала. Потом уже, когда мы насобираем денег. О, бонжур. Когда мы с вами денег немножко насобираем, тогда уже и займемся и столами, и всем остальным. Так, кружка Эля. Так, держи. Мне интересно, а здесь есть ли у нас официанты? Будут ли они нам помогать? Так, квесты, рутинные дела. Продолжайте развивать вашу таверну. Готовьте еду, обслуживайте посетителей. Ну да, это... Это мы и так с вами сделаем. Все, понямало. Так. Ты куда? Понял. Давайте пока, если они там определятся с заказом, мы кружечку помоем. Во. Наберем L как раз. Вот так вот. И сюда его поставим. Да, я вас слушаю. Каша, каша, каша. А вам что? Даже так. А немного ли тебе каши? Так, гость прошел мимо, нет свободных мест. Серьезно, не хочу пока меня заставлять столами, не вижу в этом смысла. Во-первых, реально мы не успеем. Во-вторых, гости в любом случае будут уходить, потому что я пока приготовлю. Пока мне вот это вот все сделаю, то гости и так уйдут. Все, все, все довольны, все понямали. Погоди, по-моему, нужно в меню добавлять. Да, я забыл. Нужно в меню добавлять вареную кукурузу. Во. Новый уровень. Гриль, жареный кабан стейк, лейка. Прикольно. Сейчас давайте будем смотреть. Сейчас мы вымоем тарелочку. С вами добавим сюда водички. Как раз 2, 3, 4. Хорошо. Сюда, сюда, сюда. Вот так выставить. Что тебе? Ага, кукурузки хочешь, да? На. Кушай с пылу с жара. Сейчас давай смотреть помещение. Ага. Предлагаю здесь сделать кухню. Как вам такая идейка? Можно сюда будет поставить две плиты двухкомфорочные, если они куда-нибудь туда влезут. Сейчас нужно будет посмотреть у торговца. Сейчас нужно будет у торговца посмотреть, насколько они большие. Да, я вас слушаю. Кашу, да? Как раз последние три порции нужно будет продать. Так, ты пока нямай, а я пойду к торговцу посмотрю. Да-да-да, доброе утро. Так, расходники, хмель. Нет, на не надо. Семена кукурузы, семена ячменя. То есть можем ячмень выращивать, да? Это будет 15. Наверное, будет дешевле, чем закупать у тебя. Ну да. Гораздо дешевле. Так, малое лечебное зелье. Лейка ускоряет рост. Тарелка, расходники, мебель. Дай посмотреть, где наша плитка. Ага, гриль, да? Вот маленький гриль. Здесь мы сможем с вами кабана зажарить. Но чтобы зажарить кабана, нужно его сначала поймать. Круглый стол, посудомойка. Блин, нужен ли нам гриль, как думаете? Я думаю, пока мест нет.
Не, я думаю, пока мизриль нам не нужен. Я бы, наверное, знаете, что взял бы? Я взял бы семена ячменя, да? За 75. И взял бы семена кукурузки. Вот так вот. И посмотрел бы, сколько нам будет выдавать с одного огорода ячмень. И не выгоднее ли его выращивать, а не покупать. Так, держи. Кому тут? Тебе. Тебе есть. О, как раз каша, кукуруза. Во, держи, держи. И ты что хочешь? Кукурузку, хорошо. Больше у нас пока мест нету кукурузки. Все, предлагаю пока мест закрыть заведение. Не-не, братиш, разворачивайся, все. Приходи в следующий раз, пока закрыть заведение и разобраться с этим всем. Давай, наверное, мы ячмень сюда поставим. И как раз, наверное, надо будет, знаете, что сделать? Закупить тарелок. Закупить тарелок заодно, чтобы можно было с вами сразу выдавать. Так. У нас как раз 15 семян. Посмотрим. Ну, за сотку мы берем с вами 10. А сколько выйдет из огорода нашего? Так, что это? Семечко. Поехали. Блин, маленький огород. Надеюсь, нам дадут возможность его расширить или нет. Так, все, отлично. Мне нужна водичка. Во-первых, для посуды. Во-вторых, для готовки. Сейчас, секунду, секунду. Так. Чего ты хочешь? Кукурузку хочешь? Ну ладно, на, держи. Держи, нямы. Так, водичка, водичка. Во-первых, вот сюда. Во-вторых, что я хотел? Что я хотел? Я что-то хотел? Сусло. Нет, не то. Возможно, вареную кукурузу сделать себе. Так, приготовить. Нужно взять будет 10 штучек. Да, кукурузки. Отварить ее. Так, отлично. Приготовить. Поехали. Сейчас заберем посуду, помоем. Ля, на полу все. Раскидали. Вот это вот посетители, да? Вообще никакого уважения к чужому труду. Так, давай мы с тобой берем паутинку. Я только не могу понять, почему у меня не сотка чистоты, а чистота 93-95. Хотя вроде здесь все чистенько, а здесь ничего нету, даже паутинки не висит. Почему не могу сотки добиться? Вот это вот я пока без понятия. Кукурузка у нас готова, хорошо. Что по поводу... Ты у нас растешь? А, даже так. Смотрим сейчас. Примерно двадцатка, да, где-то у нас, наверное, получится с вами ячменя. Ну, это прикольно. Сейчас мы как раз сюда и кукурузу посадим. И надо будет посмотреть, если я долго урожай не буду собирать, он исчезнет, либо он будет меня просто ждать. Так, давай грядку сделаем. Да, можно было плейку, конечно, купить, но пока мест деньги не хочу тратить на это все. Нам вроде бы не к спеху. Я пока лично никуда не спешу. Нужно будет сейчас посмотреть по поводу заданий. Может, что-нибудь добавились? Какие-то новые задания. Так, хорошо. Давай, растим.
Отлично, отлично, отлично. О, все шикарно. Теперь можно варить ячменную кашу. Только для начала нужно водички будет набрать. И надо будет попробовать как-то кабана добыть себе. Посмотреть, как это вообще происходит. И сильно ли много кабан забирает у нас хп, если на него с топором идти. Чего я больше не могу приготовить? Я бы кастрюльку побольше, чтобы я сразу кашу себе варил. На 200 человек. Так, здесь нам нужно ведро с водой 5. Это мы делаем вот так. Приготовить. Ага. Горшочек. И что? Что не так? Присесть нужно. А, понял. Вот поломка. Угу. Отлично. Тут тоже. А ничего, что я ногами по каше ходил, надеюсь. Ничего страшного. Блин, я, наверное, вообще бы такую бочку купил бы, да? Для напитков, как думаете? Давайте попробуем потратить немножечко. Вложиться в наш бизнес. По-моему, кроме Эля мы ничего не сможем больше варить. Так, что мне нужно? Бочка Эля. Бочка вот этого, да, по-моему, мне нужна. И подставка. Раз. Два. Все. 100 монеточек осталось. Погоди. Когда мы сможем открыть с тобой арбалет? Удочка даже есть. Ага. Интересно. Давай идем расставлять это все. Вот сюда вот. Отлично. Теперь забираем. И готовим. Так, сусло и водички у нас нету. К сожалению, закончилось. Но ничего страшного, сейчас мы наберем. Я думаю, наверное, эту серию мы с вами тоже так позаписываем, а потом посмотрим. Возможно, я потрачу время и немножечко прокачаю наш бар в том плане, что попродаю кашу, попродаю Эля, заработаю побольше денежек. Так, рецепты. Жареная. Кабанятина. Ну, для кабанятины мне нужно... Нужно этот, как его... Ага. Тихо. Для кабанятины... Для кабанятины мне... Нужен гриль. А гриля у меня пока мяс нету. Все, шикарно. Есть. Ну, где-то. Есть. Все. Отлично. Можно даже сделать так. Готово. Каша есть, кукуруза есть. Тарелки вымытые. Ездишь, правильно? Нет. Так. Сколько посуды накопилось у нас? Все, шикарно. Давайте еще водички добавим. Мы зайдем, поздороваемся. Че ты, как ты? Угу. У тебя, как обычно, все хорошо, да? Так, кукурузка. Да, давай соберем. Сейчас положим сундучок ее, чтобы она нам тут не мешала. И откроем нашу таверну. Позанимаемся еще пока мы с рутинными делами. Так, отлично.
Так, хорошо. Кукурузка у нас с вами есть. Ячмень тоже есть. Вроде все есть. Так. По поводу блюд. Каша, да, говоришь? Давай, наверное, раз, два. Раз, два. Вот так вот сделаем. Хотя давай, наверное, три. Все. Ну, давай. Давай так, четыре. Все, сейчас мы с вами расставим это все. Идемте открывать наше заведение. Да, есть вот такая вот штука, как доска заказов. То есть я могу себе выбрать человека, нажать отслеживать. Ну, к примеру, там пиво, да, доставить куда-то. И он там будет. И заработать таким образом тоже денежку. Ну, на доставку классно было бы кого-то нанять бы, я думаю. Так, мед, расходники, мебель. Гриль 350. Даже просто я не знаю, нужен ли нам гриль. Давайте попробуем найти кабана. И с помощью топора посмотреть, сколько он нам хп с нами снимет. Так, вот кабанчик вижу. Иди-ка ты, зайчик, сюда. Хочу посмотреть, сколько ты мне снимешь хпшки. И стоит ли оно того? Ага. Ну, в принципе... В принципе, нормально. 20%. Может, еще пособираем? Кабанятя, ну, как думаете? Так, грибочек. Вот грибы, я не знаю, нужны ли нам будут для готовки, или их просто можно будет потом нямать и восстанавливать себе здоровье. Так, отлично. Ты кто? А я могу забрать? Нет, не могу. Блин, жалко. Ладно, побежали дальше в таверну. Заработаем денежек и как раз дождемся нового квеста. Угу. А, вот у нас эти, как его, поилки для животных, да? То есть мы сможем с вами выращивать вот таких вот кабанчиков у себя. И потом с них что-то готовить. Здорово! Как оно? Как оно, братиш? Хорошо. Занямать. Занямать. Да-да, доброе утро. Давай огрызочек продадим. Так, продать. Продать расходники 105. Купить 55, отлично. Можно, конечно, было бы кукурузкой это все восстановить. Слышь, а вы можете мне тут не хамить и не мусорить? Каша, кукуруза, кукуруза, каша. Так, держи, держи. Держи. И Эльда. Все, отлично. Давай продадим огрызочек. Не, на кабанов, наверное, мы будем с вами охотиться тогда, когда у нас будет этот, как его, арбалет. Нет свободных мест, да? Все, все покушали. Вот этот рост 66%, тут я не могу понять, что оно такое. Вот видите, слева 66% рост какой-то идет. Что за рост? Хотелось бы мне понять. Так, нужна будет опять водичка сейчас с вами. Да, вот так вот. И поставить еще, отварить кукурузу, наверное, будет надо. И отварить кашки себе. Так. Я вас слушаю. Что вам? Каши, да? Держите. Приятного. Что у нас по поводу каши? 2-2 осталось. Угу. Давай к
пока что готовить. Так, погоди. Сейчас я сначала все выставлю. Возьму ячмень. 5 штучек, по-моему. Вот. И сложим мясо кабана вот сюда. Нам пока мясо явно не нужно. Гриля у нас нету. И я пока мясо не рассчитываю, что у нас будет с вами гриль. Да-да. Внимательно. По-русски, да? Держите. Идемте вымоем посуду, заберем кукурузку и отварим еще. Нужно нам, нужно будет, наверное, заказать еще семян. Так, что я хотел? Ага. Ставить сюда кукурузку. Нужно будет заказать еще семян и посадить еще кукурузы. Потому что быстро расходуется. Эль готова. Дай мне кукурузку. 10 штучек. Хотя еще вроде нормально. Так, так, так. Давай сюда. Приготовить. Давай, горшочек варим. Есть, отлично. Так, не туда. Вот сюда. Добрый вечер, я вас слушаю. Вам кружечку вкусного эля, да? Держите. Так, сюда нужно выставить, помыть посудку. И еще раз посмотреть по поводу комфорки. Хочу комфортку сразу на... Ну, на две кастрюльки, а не одну с двумя кастрюльками. Так, дай сюда, продать. Грызочек держи. Где у нас двухкомфорочная? Вот, плитка двухкомфорочная. Ага. Аж на 15 уровне, да, говоришь? Гриль 350. Блин, а знаете, что мы можем делать? Что мне нравится в этой игре, мы можем подойти, к примеру, вот сюда и убрать то, что мы не хотим с вами готовить. Разве ли это не прекрасно? Я думаю, отлично. Так, 3 или 1 каша. 1, 2, 3. 3, я сказал, и 1 каша. Держи, 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 держи. Я думаю, с кабанами у нас проблем-то не должно быть, но все равно их пока не поймаешь. Так, нужно поубирать это, во-первых. Ну? Новый уровень. Бочка пива. Хмель. Бочка пива, хмель. Это у меня что, появились? Квесты. Поговори с торговцем. Ага, пошли. Пошли поговорим с торговцем. Сейчас закроем наше заведение. Опачки. Все, не успел. Что нам тут новенького расскажет? Так, ходят слухи, что в лесу появились волшебные животные. Не то конь, не то осел. Случилось у него что-то. Сходи, проведай его. Может так статься, что вы окажетесь полезны друг другу. Так, найди священное существо. Ты издеваешься? Мне в лес одному идти? В лес, 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 лес у нас вон туда. Хорошо, ладно. Идем посмотрим. Блин, ну если со мной что-то случится, я тебе буду во снах приходить и пугать тебя. Да, да, да. Так, найти священное существо. Ага, оленя, да, нужно найти, я так понимаю. Как он сказал, то ли конь, то ли зебра. То ли непонятно. Ага, вот иди. Так, дай занимаю. Это, ля, пауки на него нападают, правильно я понимаю? Привет. Ля, ты
Падла. Ага, а что мне с пауками делать? Давайте, наверное, пока мне с ней вмешиваться в драке. Я не уверен, что я завалю паука. Ну да, тут бы мне как раз бы друзья пригодились бы. Давайте, наверное, знаете, что мы сделаем? Сохранимся. Игра сохранена. И если мы откиснем, значит откиснем. Привет. Так. Победили, да? Есть, отлично. Ничего себе, говорящий осел. Я олень. Как ты смеешь так разговаривать с духом этого леса? Ух ты, олень. Ты что, токсичный? Светишься, как новогодняя елка. И кто здесь токсичный? Я волшебный олень, сказал же. Ага, значит, считаешь, ты должен исполнить три моих желания? Надо подумать. Ты меня с кем-то путаешь. Желание я не исполняю, но могу дать тебе кое-что, если ты мне поможешь. Помогу в чем? Этот лес заряжен злом. Скоро здесь совсем не останется жизни. Нужно очистить его, пока еще не поздно. Для начала снизь популяцию медведей, они заражают деревья. Будет сделанным. Угу. Снизить популяцию медведей. Я таки, как говорится, извиняюсь, но с этим топором я, наверное, медведей буду популировать очень долго и нудно, да? Убить три медведя. Прикольненько. Не, мы сейчас попробуем, конечно. Можно использовать кукурузу вместо лекарства. Оно мне хп восстанавливает. Ну, что-то я сомневаюсь, что мы справимся с медведями. Ля-ля-ля-ля-ля. Еще один пришел. Так, может, ты отстанешь от меня? М? Давай, давай, уходи. О, стрелы. Прикольно, прикольно. Ты меня тут ничего не украл, я надеюсь. Так, глаз сюда. Кукурузку сюда. Арбалетные стрелы сюда. Опять же, навряд ли у нас появился арбалет... В свободном доступе, да? В открытом. Да-да-да, доброе утро. Мель 140, арбалет, арбалет. Угу, а он закрытый. К сожалению, он закрытый. Ладно. Тогда забираем кукурузу. Все, что у нас есть, сажаем новую. И идем смотреть, сможем ли мы... Сможем ли мы с вами с медведями что-то сделать? Так, есть маленькое зелье. Нет, тратить зелье я не хочу. А точнее, не хочу тратить деньги на это все это. Так, дай сюда чашечку. Перед тем, как уходить, нужно вымыть все. Так, давай. Мало ли мы с вами не справимся. Все, отлично. Давай, наверное, раз, два. Ага, раз только, да? Хорошо. Отлично. Я думаю, наверное, даже кашу с собой потом заберем, чтобы хп восстанавливать. О, отлично. Погоди, ты же забрал кукурузу, да. Вот так сюда. Давай, наверное,
забираем немножко блюд. Поедим кукурузку. Не, погоди, сначала мы посадим кукурузку. Сохранимся и пойдем сходим к медведям, посмотрим, где их, в принципе, найти можно будет. Что-то я сомневаюсь, что мы с ними реально справимся. Плюс топор у меня остался на два удара. Да, можно было, конечно, подождать бы, пока мы с вами насобираем опыт там, и торговец там сможет продать арбалет, но также же неинтересно, правильно? Так, хорошо, отлично. Так, все, берем, сохраняемся, потому что если вы не сохранитесь и выйдете, то все, что вы прошли, все потеряется. Кто мне подскажет, где у нас медведи? В лесу ж, по идее, должно быть, правильно? Где-то здесь. Ага, вот это не он? Да, вот это вот он. Во-первых, едим. Во-вторых, пробуем. Так, а ну. Интересно. Ёб твою. А сможете вы залезть сюда? Ага. Так, а ну. Так, понял. За эту территорию ты выйти не можешь, да? Насколько я понял. А ты можешь. Так, ребятки. По одному. По одному, пожалуйста. Ага. Стой, братиш, да я соберу. Медведя. Бонжур. Давай, 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 иди сюда. Блин, же как хорошо, что здесь стамины нету. Как хорошо, что здесь нету стамины. Что мы можем махать тут своей культяпкой. Все, отлично. Как говорится, удар в печень никто не вечен. Так. Давай искать еще одного медведя. Вот такой расклад мне нравится. Ёб твою, ты кто? Ага, срубить я не могу. Нужен еще один медведь, правильно? Нам же 3 штуки. Ну да, нам 3 штуки нужно. Это они на дереве такую хрень делают? Здорово. Слышь, это ты там этим занимаешься, а? Скажи честно. Ты лес заражаешь? Да, меня прислал олень. Как бы тупо это ни звучало. Так, все. Не нравится, да, косолапый? Не нравится. Лесным жителям тоже не нравится, что ты заражаешь их природу. Так, все, с этим мы справились. Теперь осталось найти этого оленя. Вот он. И сдать ему квест. Так. Бонжур. Ну и опасно же они. Гнезда скверные. Они на деревьях. Найди и уничтожь. И что потом случится? Жизнь вернется в это место, и животные перестанут болеть. Ух ты, можно будет охотиться. Это просто праздник какой-то. Ага, ля, ребята, у нас арбалет с вами есть. Прикольно. И даже стрелы мы с кого-то выбили, помните? Не помню с кого, но мы стрелы выбили. Так, а мне нужно стрелять куда? Разрушь скверну. Ага, понял. Есть.
Не, не то. А здесь, наверное, топориком просто, да? Да, здесь просто топориком. Вообще шикарно. Теперь сможем с вами охотиться на кабанчиков. Ёб твою. Ага. Волк, падла. Давай, нападай. Топором, я думаю, будет быстрее, чем я арбалетом это буду делать все. Да-да-да, ты думал, что? В сказку попал. Это тебя не у красной шапочки пирожки отжимать. Тут и тебя отжать смогут, да? Разоружить. Ага, 8 штучек. Не, ребят, 8 штучек мы не сможем с вами разрушить. Не из-за того, что чисто физически не сможем, а из-за того, что мне нужен топорик новый. Нужно купить будет новый топорик, сложить всю эту штуку. Печень и все остальное. В этот, как его... В сундучок. Так, кабанчик, здорово. Посмотреть по поводу арбалетных стрел. Сколько у нас осталось. Так, арбалетные стрелы. А, вроде должно хватать. Так, что я хотел? Клык волка сюда. Печень сюда. Кукурузку оставим. Стрелы оставим. Еда, в принципе, нам не нужна, да? Да, отлично. Я пойду сейчас куплю себе еще один топорик. Этот мы продадим и купим новый. Потому что чинить его вроде не могу. Да-да-да, расходники. Продукты, расходники. Где топорик? Вот топорик за 200. Хорошо, сейчас мы этот топорик продадим. А этот топорик мы с тобой купим. Во. Новенький. То нужно разрушить скверные гнезда. Да-да-да. Давайте, наверное, этим мы займемся с вами уже в следующей серии. Без вас я проходить это не буду. Только единственное, что я сейчас посмотрю, появился ли арбалет в продаже. Арбалет, арбалет, арбалет. Да, появился арбалет за 500. Стрелы соточка. Давай на соточку еще стрел купим себе, пригодится. Так что все, всем спасибо за просмотр. Не забывайте лайкосик, подписка. Можете даже комментарий какой-то написать, если вам нравится эта игрушка. Так что все, всем пока-пока и до потом.